Я однажды тебя найду. Через год или 20 лет. В ароматно цветущем саду или в поясе павших комет. И не важно, что было до. Кто и как проживал свои дни. На планете запретных плодов я сумею тебя сохранить. Если чувства живут в сердцах, то не важно, каков итог. Я отправлюсь с тобой до конца. Я пойду, не жалея ног. Хоть на север, в Сибирь, тайгу, совершая девятый круг. Отпустить я уже не смогу, обниму, не жалея рук. От эпохи древних шумер до времен социальных сетей нас поставит с тобой пример из когда-либо живших людей, для живущих здесь и сейчас, размышляя о счастье землян. Купидоны напишут о нас самый главный любовный роман.